Веселая погоня Брикрикс продолжается. Сегодня вас ждет один преступник и сразу два полицейских. Это будет очень круто и весело, поэтому не забудь поставить свой царский лайк и смотри, наслаждаясь. Мы начинаем! Привет всем, ребята! С вами, как всегда, Энтони Глюк Юрыч, и сегодня у нас Брикрикс! Всем привет, ребята! Здоровки! Здоровки! Глюк, как всегда! Утюг, с вами Глюк! Я забыл свое приветствие! Да, да, ну это ничего страшного! Ну что, ребята, сегодня у нас погоня, два мента против одного удирающего чувака! Да, на какой-то мэдмаксовской тачке, ребятки! Все, погнали его! Слушай, она у тебя не едет! Она у меня прет вообще как надо! Ты посмотри на мой турбоавтобус. Вы меня не догоните вдвоем, кстати. Кстати, Юрич перевозит зэков, друзья, поэтому все нормально. Да, если... Я не уверен, что я вообще... Вау, что такое сейчас было? Все, мы приехали. Энтони, я приехал к тебе. Я думаю, надо еще попыточку дать. Ты посмотри, посмотри, у меня вся рожа в дребезге. Так, ребята, вторая попытка, поехали. Так, ты где? Ой, я ушуршал уже от вас. Ты далеко? Да. О, в другой слушай, стороне. У меня идея, Глюк, я тебе сейчас турбо дам. Не двигайся. Давай, давай, а то я медленный, я вообще офигеть твой медленный. Так, спокуха. Главное пристроиться правильно. Ребята, вы не смотрите, это 18 плюс. Не удал... Так, погоди, а где Энтони? Я не туда завернул, я вообще никуда не завернул. Так, я за ним, давай. Я за ним, говорит, давай, не надо за мной ездить, ребята. Дрифт-автобус, это что-то. Так, стоять! Блин, проблема в том, что моя тачка, она вообще не поворачивает, ребят. Ну это хорошо. Но я не поворачиваю, да. Посмотри, блин. А, вы уже друг за другом, что ли? Да. О, сват за мной едет, отстань от меня! Ой, я живой еще! У меня еще много колес. Много колес. Кстати, да. У тебя их и так изначально было много. Да, да. У меня еще. А че он не едет? Я сам разобьюсь, ребят. Я сам. Ой. Осталось тебе в канаву скинуть все. Я что-то вообще боюсь. А где поезд? Поезд где? Тащи поезд. Поезд проехал уже. Блин. Все. Все. Раздолбали. Раздолбали. Без вариантов, без шансов. Блин, вообще без шансов. Кстати, да, это реально тачка из Mad Max, она так и называется. А я еще и твою тачку стырил. Чувак, где моя тачка? Эй, а где моя тачка? А почему я не могу подняться вверх? А я же ее стырил. Ой, блин. А ты что бросил свой этот? БТР. Глюк, а мы вместе с тобой сидим, чувак. Слышь? Убирайся из моей машины, это теперь моя машина. Да, да. Я тут безумный Макс. Ладно, ребятки, в общем, погнали мы. Теперь в роли будет угонщика другой человечек, а мы теперь будем ментами. Погнали. Понеслась, родная. Ну что ж, ребятки, я угоняю от мусоров. Дрын-дрын-дон. Дрын-дын-дон. А мы ловим дрын-дын-дон. Я Бэтмен. С нами Бэтмен, ребята, с нами Бэтмен. Все потому, что я Бэтмен. Это Глюка Бэтмен. Глюка Бэтмен. Вау, меня занесло как-то жестко просто. Так, все, ловим, ловим. План перехвата, план капкан, давай. Чувак. Это так. Не будет в роли моего Альфреда. Альфреда. Встречай. Ладно, не бойфренда. Забор от пенал Бэтмена, тревога. Все за меня сегодня. Так, у меня какая-то зеленая спорт-тачка, которая носит... Да что тут за забор? Давай, 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 сейчас мы его поймаем, чувак. Давай, 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 заборы на совесть строили в этом городе, так что ты их не сломаешь. Мне в GPS отметили место его, нахождения. Тебе GPS врет. Не верь ему, меня там нет. Да что за тачка такая непроходимая у Бэтмена? Слушай, у меня отличная тачуля, но ее носит пипец. Дрифт. Да, Глюка! Спасибо за скорость! Спасибо! Я такой быстрый стал! Че вы делаете там? Да мы друг другу в жопу въехали просто. Можно было без подробностей. Я же все-таки на эту гонку, на эту погоню, все-таки бойфренд его. Бэтмен пока. Ты Альфред. Альфред. Никаких бойфрендов. Ой, я нашел тебя. Да что забыл тебя, храни.
Ты только не стреляй со своей там пушки. Гребаный наркоман. Все, подлиз. Ты откуда вылез? Вот так. Почему забор брыкается, я не понимаю. 1-0 в пользу забора. Давай, все, за ним, быстро, глюк. Поехали. Я еду. Вау. Ой, это было идеально. Охренеть, куда оно ускакало? Куда улетел? Спокойно. Охренеть, вот это я понимаю. Не беспокойся, Бэтмен спасет ситуацию. Черный рыцарь на страже справедливости. Давай, черный рыцарь. Черный, я тебе все сказал. Давай на страже справедливости, твою мать! Что такое? Фак. Вот я нашел его, он, смотри, он застрял там. Я застрял. Главное, чтобы на пути не было заборов, остальное не важно. Вот. Ой. Я здесь! Пока, Бэтмен. Вот он. Блин, у меня колесо отвалилось. Хорош. Ты смотри, какая у меня эпичная тачка просто рвет сегодня всех. Она просто нас рвет, да, реально. Так а мне ты что делать? У меня 3 колеса осталось. А, нормально. Ты же Бэтмен, ты летать умеешь. Вот он, я вышел на его след. Давай, чувак, сюда. А-а-а, гони, тачка, гони. Я за ним, я на хвосте. Давай. Я тут. Ой. Мы его поймали, чувак. Я еще под землю улетел. Оу, фак. Мы просто в каньон с ним упали, жесть вообще. Я живой. Она еще едет до сих пор. Бэтмен припарковался, твою мать! Бэтмен, так, выходите с машины с поднятыми руками, мать его! Ты чё, упал? Мы конфискуем вашу тачку, поняли? Только не сегодня. Поняли? О! Бэтмен за преступниками летит! Ты где? Вот я сверху. Тут! Остановись, преступное отродье! Стой! Ой, у меня сейчас... У меня просто сейчас все взорвется внутри от смеха. Готэм уже не тот. Эй! Просто! Ты мне тачку взорвал с жопой своей. Это чья тачка улетела? Моя. Это преступника улетела тачка, чувак. Мы его поймали, с трудом, но поймали. Да, это было круто. Ребят, обязательно за такую погоньку лайкусик быстренько поставили. Все потому, что Бэтмен на страже справедливости, твою мать, я улетел! Ну что ж, ребята, вернемся чуть позже. Я спер военный джип с военной базы, и эти два засранца пытаются теперь меня догнать. Эй, секунду, я его вижу. У меня ничего не получится. Я уже выехал. Мощнейший GTR на страже порядка. Да, а я еще и с пулемета взял тачку, это просто будет сейчас эти. У меня был пулемет, но и нету пулемета больше. Я застрял между деревьев, ребята, что за херня? Он уходит. Да очень далеко, я вообще могу сейчас поехать гулять куда-нибудь. Гуляй в мою сторону. Куда тебе гулять-то ехать, а? Так, он туда поехал, по окружной. Я вижу его. Блин, эту тачку носит, твою мать, тихо, спокойно, лечу. Я все, еду. Приземлился, нормально, еду. Веду преследование за глюкоменом. Глюкомен, действительно. Так, я опять свою тачку сломал, что такое, GTR? Бракованный GTR. Вот она надежность японских авто. А ну остановитесь, я вам говорю. Где? Тихо, спокойно. Военный джип нельзя царапать. Он поехал по мосту. Да. Ну как поехал? Я чувствую, он приедет сейчас. Так, я здесь. Он я уже приехал, здесь. Чувак, давай быстрей. Он уже я приехал? Я в порядке, я еду пока. О! Я кувыркаюсь, мне пофиг, я целый. О! Иди сюда! Нет! Чё у тебя за тачка? Это а вот вообще я. Упоротая машина. Полетел глюк. О! Я сам высыпался просто. Ребята, я еду, я тут-то уже почти. Он не доехал. Просто в здание вообще. Чини тачку, ты врезался. Да я починил. Слушай, подожди, я тоже починился, сорян, но я просто сам перевернулся, это не за счет. Ты где? Да я тут еду, я ломаю просто на своем пути все. Он меня обманул. Вот он, я его вижу. Ломаю здание, чувак. Здорово. У тебя колесо внутри салона, чего? Да мне удобно, что я холодными ночами обнимаю его перед сном. Что-то это попал. Вот попал.
Хорошо, пошел! Попал по нему, чувак! Ты посмотри, как я полетел! Я вижу, вижу! Давай, я сейчас с разгона по нему, с разгона колеса отбил! Нормально, нормально! Посмотри на мою машину, чувак, посмотри! Я тебе помогу! Что я могу сделать такого? Моя машина! И тебе так, помогу. Уважаемый глюкомен, выйдите с машины, пожалуйста. Руки вверх. Я уже вывалился. У тебя машина улетела. Чувак, он я воткнулся, как страус, вы меня не найдете. Да, не нашли, не найдем, ты спрятался, все. Давай сейчас спрятался. Давай представим, что его здесь нет, чувак. Да, давай. Смотри, я конь. Я тоже. Давай. Один страус и конь, да. Я страус, ты тоже. Ты живой? Вот так вот, ребят, мастерство играния в прятки. Учитесь, твою мать, я вылетел, блин. Ты у меня здесь лежишь, ногу задел. Да, да. Ну что ж, ребятушки, какая-то вот такая необычная погоня у нас сегодня была. Если понравилось, ставьте лайкос. Да, также подписывайтесь на наши каналы, ссылочки будут в описании. Да, всем, ребятки, пока-пока. Пока, ребята. Я спёртвый Ниссан.